Я руководствуюсь тем, что в первую очередь у меня должно что-то родиться в голове. Я должен идти от чего-то, от какого-то слова, я должен к чему-то прикопаться. Я начинаю придумывать себе какой-то образ. Этот образ меня наводит на какую-то, может быть, ассоциацию. От этой ассоциации я начинаю разгонять вот эту всю историю, которую превращаю, например, в хореографию. От чего мы сейчас будем отталкиваться? От некого символа, который был придуман художником, который придумал потом движение относительно этого. Сейчас мы наберем вот этих движений, чтобы вы понимали, о чем идет речь, и немножко это будем пытаться присвоить себе.